Давай, давай сюда прадика быстро цепляем, вытаскиваем. Врезался. Пока не засосало вообще по самый бампер задний. Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня чудо-эксперимент. Сами просили, вот теперь смотрите и хохочите. Короче, вот таких вот 4 колодезных люка. Да, потому что многие просили поставить люк вместо колеса. Но люки это не такие, какие мы видим на дорогах. Это тротуарные, они потоньше. Нигде не украдены, скажу вам честно, честно куплены. Честно отданы за них деньги. Короче, сейчас что делаем? Размещаем, сверлим, ставим на тачку и погнали кататься. Поехали. Приехали на полигон, ребята, кататься будем, ну, не здесь, не на самом полигоне, а вот там, видите, да, там как раз такие просторы, то, что тут сюда за зиму навозили. Ну, в общем, там тоже где-то был асфальт когда-то, да, наверняка он там еще и есть. Короче, перебываем колеса на вот эти люки, ну, люки где-то килограмм по 25, пойдет. Прикручиваем и погнали подубасим, как вы просили. Поехали. Все, готово. Запускаем двигатель. Так, а вы зачем включились? Ну, давайте. Ой-ой-ой-ой, как подвеску сразу жалко. О-о-о, грохот какой. Но едем. Смотрите, прям я уже слышу, как металл по асфальту прям шоркает, блин. О-о-о, нормально. Тут еще все в камушках. Все прям так хорошо. Как раз прям, блин, как подвеска работает, проверить можно. Ну что-то как-то прям жестко, нормально. Ну а что вы хотели? Это как практически на голых дисках. Блин, а вот по такому гравию, по крупному, вообще какая-то фигня получается. Так, надо какую-то кучку найти, чего-нибудь. Даже не знаю. Так, на землю надо уехать, чтоб помягче было. По асфальту совсем невозможно. Ну-ка, ну-ка. Ой, сразу тишина какая, смотрите. Вот чуть-чуть, вот раз вот какая-то пыль, земля, не знаю, какая-то грязь, и все, и сразу прям и в салоне тихо становится. Но она едет, смотрите, все хорошо, все отлично, тут местами вон травка проросла. Ой, что-то там, ой, в что-то пихается, но ничего страшного. Так, поедем, поедем, поедем по земле. Тут земля с камнями. Ёлки-палки. Так, вижу кучку песка. Надо через нее проехать. Ну, как всегда, вылетела скорость. Так, можно уже побыстрее. Можно побыстрее, они держат. Нормально держатся. Пойдет, ничего страшного, да. Вот так вот. Вот брусок лежит просто на дороге. Смотрите, сейчас все с рулем будет. Оп. Нет, ничего страшного, нормально. О, горочка. Ну? Блин, я в горку что, не тронусь, что ли? Скорость вылетает. О, даже практически не забуксовал. Отлично. Так, ну а съехать теперь отсюда как? А, нормально. Так, аккуратненько. По краюшку. По краюшку. Вот, отлично. Здесь еще не растаял снег. Посмотрим, как она через снег полезет. О-о-о, подкидывает, нифига себе. Круто. Так. Поедем с асфальта, съедем.
зарывается. Ага. Не хочет по земле ехать. Чё нам такое, зарылось что ли? Ты зачем так газуешь-то? Взял, закопался. Нормально, где там прадик? Грязью чуть нас не. Давай, давай сюда прадика быстро цепляем, вытаскиваем. Врезался. Пока не засосало вообще по самый бампер задний. Началось. Да что такое-то, блин? Почему эта скорость постоянно вылетает? В принципе, не сказать, что она там шибко-то провалилась. Итак, после того, как застрял, попробую выехать. Ого! Аж мощности не хватает. Смотри, хорошо идет, а. Надо вперед пробовать прорываться. Так. Нет. Да что ты будешь делать-то? Ну все, ребят, надо, короче, овса давать. Прям вообще. Вот это было реально страшно. Сейчас попробуем, ребят, до скольких километров получится разогнаться. Ну, в общем, разогнаться и попробовать резко оттормозить. Это будет, конечно, интересно. Какой тормозной путь, она вообще на них не останавливается, она просто скоблит асфальт и едет дальше. Разгоняемся. Мы уехали, короче, с асфальта благополучно прямо в снег.
А в общем, ребят, на самом деле на этих тоненьких, ну как тоненьких, не знаю, сколько, метров 20, наверное, у них толщина вот этих дисков канализационных. Короче, по асфальту они вообще не тормозят, ну, в принципе, так же, как и не разгоняются. Рулится она еще маленько как-то, рулится, но тормозить она не хочет вообще никак. Не получается упереть его никак, не могу я, блин, такую большую машину утащить за собой, блин. Так, ладно, короче, мне надоело гонять на этом автомобиле. Ванька сделал сейчас, он говорит, давай пятаки покрутим. Я говорю, да уже все, уже вот эти, да не пятаки, блин. А решил все-таки поехать, пускай едет, балуется, блин. Покатался, значит, на вот этих люках колодезных, ребят, как, кстати, вы и просили. Ну, что вам скажу, ощущения, конечно, блин, обалдеть какие. То есть, все долбит, все гремит, все бьет в руль. Руль держать надо очень сильно, когда колесо наезжает какое-то одно переднее на большой камушек. Его просто нафиг вырывает из рук. А при разгоне, вы сами видели, зацепа нету никакого по асфальту. Она просто скользит, как на лыжах, по снегу или по льду. И, короче, катится, куда ей только захочется. Блин, все гремит, все отваливается, но это нормально. Там даже в снег въехал, остановиться не успел. В общем, на самом деле классно, круто. Все по вашим просьбам, все, чтобы только вы улыбались. В общем, друзья, на этом наш эксперимент закончился. Все прошло на ура, они выдержали, не сломались. Круто. Ну и, конечно же, ребят, те, кто хочет выиграть икса, не забывайте, ссылочка будет в описании. Но у меня на этом все, так что смотрите нас, подписывайтесь, обязательно что-нибудь предлагайте, комментируйте. Ну все, пока.